Влад Соколовский! Давай рассказывай правду все как. Вот как, кто занес, куда, сколько. Да, но меня не запалили в прайсе. И никого не запалили. В тот момент, типа, у Соколовского появились на сцене яйца. А что это Соколовский и Пашута пошли за штору? Это была вообще дичайшая симпатия. И свадьба у нас только впереди. Да, странная семейка. Но кто действительно выиграл «Семейную фабрику»? Кто? Вы должны это знать. Посмотрите.